Новый год мы всегда ждем чудеса. И вот первое чудо в нашем Шерлоке это встреча с волшебством в виде вот этих разноцветных огоньков, разноцветных гирлянд, где вот все светится и попадаешь просто в сказку, в волшебный мир. 25 подворий, 31 организация и все сельские поселения района борются за победу в конкурсе. В Шерлоке трепетно относятся к Новому году, а праздничное украшение родных улиц становится делом чести. Всем огромное спасибо, что нашим жителям Шерлока и гостям, которые приедут на Новый год, придают настроение новогоднее, волшебное настроение. Претенденты на победу устанавливают ледяные снеговые скульптуры, украшают входные группы и деревья вокруг. А жюри, выбирая лучшие работы, обращает внимание на оригинальный подход, появление новых элементов и целостность общей композиции. По словам Александра Богатова, большинство участников в деле украшения территории уже давно стали специалистами высокого уровня. Один из победителей и постоянных конкурсантов Геннадий украшает свой двор уже 15 лет. Начал это делать еще до того, как стали проводить конкурс. На радость себе и окружающим. И вот я сейчас чищу снег. Мне очень приятно. Для самого семья, дети были, внуки приезжали. Ну, люди проходят, благодарят. Если я на улице, то подходит, спасибо, говорят. Дизайн придумывает сам. Каждый год что-то новенькое с учетом трендов. Был дюралайт, теперь гирлянды. Их, кстати, приходится каждый год докупать. Под сильными зимними ветрами и морозом огоньки быстро выходят из строя. По рассказам шерлокчан, традиционно в новогоднюю ночь большинство жителей села соберутся в одном из самых красивых мест во всем районе – у центральной елки. Юлия Беспалько, Семен Воробьев. Новости дня.